О, декаданс, случайные встречи, стол, преферанс, горящие свечи, на патефон надета пластинка, гои сидят и слушают Стинга. Где вы теперь? Кто вам целует пальцы? Куда ушел ваш китайчонок Ли? Вы, кажется, потом любили португальца, а может быть, с малайцем вы ушли. Я знаю этих маленьких актрис, настойчивых, лукавых и упорных, фальшивых в жизни ласковых, в убор, где каждый вечер чей-то бенефис. Они грустят, влюбленные напрасно, в самих себя, Офели и Джульет. Недавно и глубоко несчастны, в такой взаимности, увы, успеха нет. А рядом жизнь они не замечают, что где-то есть и солнце, и любовь. Они в чужом и умирают, воскресают на от реальности, от этой жгучей боли. Они стареют раз и навсегда, и по ночам никогда. Я узнаю их по заметной дрожь горячих рук и блеску жадных глаз. Их разговор напоминает тоже каких-то пьес знакомый пересказ. Твердо верят, что дождутся дня, как бабочки они сжигают крылья на холоде бенгальского огня, и вынося привычные под нос, глубоко затаив тоску и гнев, они уже не задают вопросов, и то